Папа Франциск утверждает, что противодействие аборту не является в первую очередь религиозным вопросом, а является вопросом человеческой этики и, следовательно, не зависит от какой-либо религиозной конфессии. Эти слова он использовал в письме, в котором отвечал женщинам из трех разных районов в Аргентине. Женщины попросили его выступить против законопроекта по легализации абортов, который должен обсуждаться в Конгрессе страны. Ответ папы аналогичен тому, который он дал во время обратного путешествия из Ирландии в 2018 году. В то время в Аргентине тоже обсуждались вопросы легализации абортов. Тогда Палата депутатов одобрила законопроект, но Сенат отклонил. Проблема абортов не является религиозной. Мы не против абортов по религиозным соображениям. Нет. Это человеческая проблема, ее нужно решать соответствующим образом. Считать аборт запрещенным из-за религиозных соображений значит не до конца разобраться в этом вопросе. Вопрос об абортах следует изучать с антропологической точки зрения. Недавно в Аргентине дебаты вокруг абортов были снова вынесены на повестку дня. Поэтому в своем письме папа поддерживает женщин против абортов. Папа предлагает решить моральную и этическую проблему, задуматься о том, что означает аборт. Просто уничтожить человеческую жизнь для решения проблемы или просто нанять киллера для решения проблемы. Письмо папы Франциска датировано 22 ноября. Оно также было опубликовано в социальных сетях.